На национальном телевидении Чувашии стартовал новый проект – реалити-шоу «Жемчужина». В программе рассказ о том, как на сцене Чебоксарского камерного театра рождается мюзикл о столице Чувашии. Да, я чувствую себя звездой, и я, возможно, так даже считаю иногда. Завышена самооценка. Они считают себя звездами и грезят сценой. А это значит, что ради роли в новом чебоксарском мюзикле готовы выполнять любые задания режиссеров. Покажи, пожалуйста, танцующего крокодила. Танцующий крокодил. Старшеклассница Тоня Антонова теперь почти каждый день ездит в Чебоксарский камерный театр из Канаша. У нее и у других победителей кастинга наступил новый этап – обучение. И мне в итоге дали роль уборщицы, и меня сразу же похвалили. Это было безумно приятно, я даже удивилась. Реалити-шоу «Жемчужина» – это мастер-классы по хореографии, вокалу и даже фехтовании. А еще это борьба за роли и изнурительные репетиции. Ведь нужно успеть поставить грандиозное шоу к Новому году. Следите за тем, как рождается мюзикл «Жемчужина» по воскресеньям только на национальном телевидении Чувашии. Мария Шоклева, Александр Петров, Арена Гавелян, Республика.